Так, все, вас не выдернул. Нива у нас самая низкая, с просевшей подвеской. Нормально, сейчас должен пойти. Привет, Нила. На Ниве только так. О, все. Смотри, страх потерял, да? Газ нажал и полетел. Давай, Леха, красава! Нормально снега? Дверь не открывается, да? Да? Леха, ты будешь на заставке этого видео. Как самый смелый. У Лехи могут быть тоже. Ну, двигается она легче, конечно. Вес, пробитость колеи. Тяжело. Как раз там, где я буксовал, да? Хорош! Пора на веревку! Все, застоял. Хотя еще двигается, но вряд ли. Не, Лев, не мучай. Миллиметров. Уже пора разворачиваться, но... Думаешь? Ну, так на веревке-то нормально же. Он новое колее идет. Он бы по твоей бы шел, проще было бы. А то он не выходит мне на ту. Ну я понимаю. О! Сразу пошло дело. Все, Алексей решил дальше машину не мучить. Вообще полный сток, даже колеса не травил. Погнал домой.